Я хочу поискать ботинки для Шона. Давай, давай. Побудь с Джейсоном, ладно? Обещаю, мы мигом. А, минус Джейсон. 2 года спустя. Эй, пап, можно покататься на карусели? Да твою-то мамку, а. Шо? Опять? Сегодня днем мы с моим сыном пошли гулять в парк. Мы немного поиграли. Он решил прокатиться на карусели, сел на одну из деревянных лошадок. Я на секунду отвернулся, а Шона уже нет. Зачем ты ушел, Итан? Куда? Мало тебе одного Джейсона. Детектив-осматик, ну понятно. Чем порадуете? Голова ребенка? Лучше голова ребенка в коробке. Опа! Так что? Защелка, пацан? What the fuck? На что вы готовы пойти ради того, кто вам дорог? 5 фигурок оригами, каждая фигурка испытание. Награда за каждую букву, из букв сложится адрес. Убийца белый, возраст 30-45 лет. Действует обдуманно, дискриминация. Очень методично планирует свои преступления. Я сделаю что угодно, чтобы спасти сына. Я это сделал. Red. 5 red. Вы ранены. 5 скорой. Спасибо вам. Мне уже пока гораздо нет. Лучше. Слушайте, это расследование очень опасное. Так да-да. Что, по рукам? По рукам. У нас есть 5 минут на то, чтобы отрезать фалангу пальца перед камерой. За тобой охотится вся полиция. Зачем ты помогаешь мне, Мэдисон? Да мы сами не понимаем. Ты ну по кайфу ей. Убейте его, пишите фото, получите награду. У-ху! Поэтому просто получи в жбан. Я не убийца. Если убийца в самом деле чинил машинку Royal и выписывал журналы по оригами, он должен быть в обоих списках. Нашла. Тот парень, что попал в оба списка, умер в 10 лет. Что будете делать? Джон Шепард. Пиздейшая. Фигурки оригами. Ни хрена себе совпадение. 77-й год, шкаф. Октябрь. Пап, ты держись! Бедному мальчику никто не помог. А-а-а. И его брат утонул в трубе полной. О, хорошо, должно пойти сейчас. Шепард! Его зовут да Джон ярко. Шепард! Я все сказал, клянусь! Минус Пако. Скорее всего, я делаю все неправильно. Понеслась. Только не раздевай ее, пожалуйста. Я не хочу опять бан на Ютубе, ни за что. Фамилия! А имя миссис Шепард? Как его звали? Как? Мы тоже хотим знать! Блин, ну поедем времени на это. У меня хватит только на один адрес. Ну, поладно. Если Шона там не окажется, то все, конец. Отстань! Батя из бутылки вылезти не может, не то, что пацана вытащит. А, ну, так одним прожорливым ртом станет меньше. Не забывай обо мне, Скотти. Скотти, точно, Скотти. Зачем он сжег телефон? Тут дурак, что ли? Скотт Шелби! Скотт Шелби! Его Скотт зовут! Он убийца! А, у меня аж мурашки пошли! Не может быть! Он здоровый, он в шляпе мог быть! Он собирал улики и сжигал их! Ах ты сука! Ищу отца готового сделать то, что не захотел. Понятно. Пожертвовать собой, чтобы спасти сына. Я сделал все, что мог. Здесь вообще воды нет, утопиться негде. Бать, давай другую искать. Я тебя презираю. Сейчас такая рука из-под земли. И Resident Evil начинается. Спасибо за просмотр, глубоководные. Подпишитесь на канал и заходите в гости на живые трансляции. Там еще больше интересного. Клац-клац.